Сегодня в стране начали массово прививать против кори. Специалисты утверждают, что это единственная профилактика заболевания. Напомним, в марте корь была выявлена у 7 жителей Алтайского края. Чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину ставят людям от 18 до 35 лет, если они не болели ранее и прививались один раз в жизни. Также прививка ставится работникам сферы образования, медицины и транспорта. Кампания по иммунизации продлится до 1 октября.